Подскажи, чего в Таркове не хватает? Хороших разработчиков. Чтобы ты добавил в игру античит. Он с ножом. Ну, сейфы кто-то там открывает. Там какие-то злые, блин. С оружием. Блин, он тут всех убил, что ли? Что за псих? А, он топористов опять тут поубивал. Горцев. Чел, люди тут дрались, блин, на ножах просто. Они родились 3000 лет назад, блин, в горах Шотландии. А ты их садарки. Ну как так вот? Не надо. С РПК, ёб твою меч. Фига себе, там злый день, блин. Блять, здорово. Ловко, да? Чат. Да вон, вон он! Хе-хе-хе-хе! 45-й, блин. А, он на топоре? Гоу-гоу-гоу! Реди? Джи-джи. Вот это я понимаю, блин. Вот это игрок, чат. Вот это я понимаю. Like a butter. Я вижу твой меч, чел. Че он там спрятался? Он с двухстволкой. Но, чел. Давай. Ух, ты попал по мне. Опа. Джи-джи. Так, а это кто? Кое-как каску ему пробил. Братанчик. Ножи, ножи, орёт. Вот тебе и Knives Only, блять. Knives Only. По-моему, они не понимают тебя, братан. А, господи, ну ладно, пойдем на ножах. Да я с удовольствием, но там два типа тебя пушат с ганами. Давай, может, их замочим, а потом на ножах разберемся. Да. Да, да. Короче, будь там. Нить не дам.
Не вылазь, не вылазь пока, погоди. Понял. Че, он тут один оставался, что ли? Да, да, он тут один был, походу. Бля, вот жулик, а. Бомж. Это он тебе орал, типа, давай кнайф, типа, а сам на тебя напал с калашом? Нет, это я орал. Но он по тебе стрелять начал, да, короче? Да, да. Бля, жулик. Ладно, давай, готов? Шлем сними. Давай. Все, давай. Жиджи. Хорош, чел. Блять, беги от него. Идем сюда. Драться будем. Пошел. Там псих какой-то, блядь. Как нам еще жить? Блять, сейчас погоди. Сдохни, тварь! Уйди, встань за угол, встань. Встаю. Хуйлова, конец тебе! Кажется, бежит. Отойди. Бежит, за угол встань на всякий случай. Вон на топорах. Давай. Идешь на топорах? Идем. У нас там чел с эмкой только, аккуратно, на длине. Окей, я свои. Будем на топорах? Да надо убить того жука, он же помешается. Ладно, попробую, если все разменять. Сука! Это что, блядь? Бот меня убил? Нет. Кто-то справа меня из двери убил, да? Сайга, блин. I got my knife out. Let's go. Go, monk. I have no gun. No, the other guy. There is a guy to the left with a gun. Oh, okay. I don't know where he is. Hold on. Они тоже теперь на меня думают. Go. Go, melee. Melee. Идете, нет? Это тому спину. Ах ты! Ах, сучара! Блять! Ты прикинь, блин. Гоу мили такой. Оп, все умерли, он такой достает дробовик, блядь. Сука. Вон он, сука! Ты чел? Прочел. Даже два. Оба с оружием. Вряд ли они тут, чтобы делать ивент. Блин, кажется, в комнате один тусуется. У меня патронов-то столько нету, блин. Она мне... Дробовик, блин. Да. А где дробовик? Что-то я дробовика не вижу. Я убил его, что ли, случайно? Вроде не должен был. Вот он, походу. Да.
Вот и дробовик. Кто он убежал? Кто он убежал? Fuck off. Вот жук. Блять! Сука. Вот это поворот. Действительно, блять. Евгений, ты прям в тайминг, блять. Вот это поворот. Я взорвал одного, что ли? Я думал, он меня обманывает. Мне показалось, у него в руках какой-то пистолет или граната, у него он в руках держит. Я уже не верю людям, блядь, с этим эвентом. Ты играл в Тарков под самогоном? Шо? Нет. А что там, как в 3D, наверное, да, ощущается все? Наконец-то начинаешь понимать ЧВК, да? Типа, почему он там задыхается, устает. 4К, етич. То есть все вот эти вот там окулусы, виртуальной реальности, это вообще напрасно все придумали, да, получается? Произошло то, от чего волосы стынут в жилах. Серега, спасибо. Блять, от такого голоса реально волосы стынут в жилах. Окей, we got bears. What's up over there? We got a goddamn scav. Ей! Вали кепку! Плюс один. Давай, давай, идем. Вот так, да, получается бить? Он полез там, алло. Валить надо его! Так вот, спас человека, видите, он меня вознаградил легким квестом. Сучка. С горностаем. Поехали. Два. Три. Домой. Добавит возможность метать холодное оружие. Да ну ты чё. Я прям, знаешь, вот вижу эту картину. Выходит чел, кидает нож, он такой динс, отскачивает, падает на пол со звоном такой. И такие смотрят оба на нож. И такие раз поднимают голову, такие друг на друга, типа, и это. Дальше история умалчивает. Нет! Вот сволочь, убил мои фражики. Да? Да? Ты
заклинил. Да ты чё? А можно полечить грудь, а не кровь? О, всё, я умер. Нет, я не умер, но у меня грудная клетка 0. РФБ-ха там у него что? Хорош, блин! Хорош! Так ему и надо, чел, блин. Просто быдло получают по заслугам. Тихо, тихо, не надо. Мгновенная карма. Здорово. Мэй-мэй, брата, позвучи. Эй, земляк, мы тебя не хотим. Ау! Что-то пошло не по плану. А чё мы так долго дрались с ним? What's up over there? Never mind. Да вот, вот он! Nice. После метания ножа начинается рукопашный бой. Тогда же надо рукопашный бой вводить в Тарков, блин, там всякие джиу-джитсу, там вот это все. Я тогда стиль этого буду изучать в Таркове, Стивена Сигала, чтобы саечку за испуг так оп, поставить, и все, чел сразу полетел, там об шкаф ударился, весь сервиз побил в шкафу. Go, go, go. Nice. Так, теперь тагила надо. Кричи тагила, призовешь? Да что-то мне кажется, нет прям. Еще 7 часов и будет тагила. А, да? Чат говорит, там финку НКВД дают. Если там еще дают крест Доминика Торетто, блять, то это тогда вообще имба какая-то, а не эвент. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.